желает его продлить, чтобы еще год пожить среди людей. Да будет исполнено его желание. Если он исполнит клятву и приведет нам в полночь три жертвы за трех невест невинных, его срок будет продлен на год. Oh!
Thank you.
Thank you.
Ruthven! А если ты нарушишь клятву,
тебя! Ой, как я так рада! С тех пор, как ты так удачно окончил дело моего отца в Лондоне, он отзывается к тебе с таким уважением! А третьего дня он сказал: «Жаль! Будь у меня такой сын, он сохранил бы весь блеск старинного дома Дейвнаутов!» Ах, только тот факт, что я нахожусь не в отдаленном родстве, придает мне в его глазах хоть какое-то значение, но поверь, он никогда не отдаст мне руку своей единственной дочери. Нет, я больше не сомневаюсь. Мне кажется, он догадывается о нашей любви и одобряет ее. Отец подолгу смотрит на меня и, кажется, ждет моего признания. Отец поцеловал меня и сказал с любовью: «Видеть тебя счастливой, дочь моя, это единственное, что меня заботит». Ах, лишь титул и богатство делают его счастливым. Не обращай же сомнениями мою радостную надежду. Уже сегодня, в день моего рождения, когда отец пообещает мне исполнить любую из моих просьб, открою ему тайну нашей любви. Тише, кажется, он идет. Отец! Отец! Эдгар вернулся! А, сэр Обри! Добро пожаловать! Вы оказали важную услугу дому Дейвнаутов. Примите мою благодарность. О, вы так добры! Дочь моя, как часто я роптал, что Бог не дал мне сына, что имя Дейвнаутов, одно из благороднейших Шотландии, должно исчезнуть вместе со мной. Дай прижму тебя к груди, любимая дочь моя, тень, которая 18 лет назад даровала мне тебя, дарует мне сегодня и сына, сына достойного этого дома и твоей любви. О, отец! Я уже давно заметил, что твои уста что-то скрывают от меня. Но я разгадал твое желание и опережаю твою просьбу, приветствую тебя как невесту. О, отец, вы так добры! Возможно ли, смел ли я надеяться? Вы полагаете, я хочу остаться вашим должником? Я обещал позаботиться о вашем счастье. Итак, имя моего зятя – граф фон Марсден. Oh,
Thank you.
Thank you.
Не надо, дома!
невеста должна быть веселой. Да, у невесты должно быть радостное лицо. Зуся, ты еще помнишь, как была невестой? Ой, да замолчи! Тебе обязательно все время болтать. Да, если я не болтаю, то вынужден пить. Обладает для них целебной силой.
и они находятся под его защитой. Моя покойная мать часто рассказывала мне древнюю сказку о вампире. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Уже совсем темно. Так оно и лучше. Такие истории лучше слушать. Именно тебя. Thank you.
Darf ich meinen Augen trauen?
Твоя заветная мечта. А
я дурак. Чтобы доставить тебе радость, это я попросил милостивого господина приехать сюда. И как только он узнал, что здесь будет свадьба, он вскочил на коня и, не попрощавшись, помчался сюда. А я, как дурак, попыхав кусуть за ним, чтобы иметь удовольствие лицезреть, как он целует мою невесту. Добрый вечер, Георг. Граф здесь? Да, милостивый господин в танцевальный зал. Попроси немедля его подойти сюда. Иду. Я пойду с тобой. Я должен ее спасти, даже ценой своей жизни. Если мои просьбы не заставят его отказаться от своих намерений, то я поспешу к старому лорду, нарушу ужасную клятву и раскрою ему страшную тайну. И будь что будет. Чиновник, как вы здесь? Да, повсюду я буду следовать. Караулить все твои шаги. Умолять и заклинать тебя отказаться от этого ужасного намерения. Угрожать и препятствовать тебе. Насильно вырывать от тебя твою жертву. Рут, я люблю Мальвину. Не убивай счастье твоих людей. Я заклинаю тебя, отступись от нее. И я буду просить Всевышнего о милосердии. Не расточай слова суй. Мной движет моя ужасная судьба. Сердись, возмущайся, свирепствуй против вечного круговорота природы. Можешь ты его остановить? Я бы тебя просил, стоя на коленях, отстань меня! Ой, тут свинь, свинь, он так ряжет. Oh, my God.
Thank you.
Но ты не угадал.
Видишь ли, первое – это пить. Второе – это пить. И третье – это Thank you.
Какое ужасное преступление! Как это произошло? Ужасно было видеть, как луна ярко осветила ясный лик. Нет мне покоя на этой земле! Стоит карета графа, чтобы сразу после венчания. Хай-хай!
Thank you.
Thank you.
Bis heute, Algier, ihr...